Ассаламу алейкум, дорогие друзья, братья и сестры. Вот этот топор предназначен для Шамиля Кисловодск. Характеристика этого топора, я расскажу, лезвие здесь 23 сантиметра, верхнее 13 сантиметров, а сверху до низа 26 сантиметров. Вес у нее 2650. Рукоять длина 90 сантиметров. Вот. И сделана рукоять из чисто дубовый. Я дубовый сделал ее. Очень такой лесистый, красивый, удобный. И вот здесь на арабском написано Дагестан. Вот. Сделана гравировка, видите, на Дагестан по-арабски. И с этой стороны тоже есть, как найти меня. И с этой стороны другой есть герб аварцев. Вот так вот. Сейчас мы возьмем профиль. Это профиль 40 на 20. Вот здесь один есть вырубленная. Это я пробовал другим топором, порубил. Ролик снимал. Сейчас давай попробуем с этим топором. Поставим его наоборот, нижней стороны. Надеюсь, видите вы ее. Так. Сейчас порежем. Бисмилляхир рахманир рахим. Вот, обратите внимание. Так порубил. Видите, да, насколько вошла она. И для того, чтобы ее вытащить, надо будет не еще раз постучать. То, что от нее, обратите внимание, от нее ржавчина перейдет сюда. Многие говорят, там заусенцы есть. И, ребята, внимательно смотрите. Не надо там всякий чушь писать. Если хотите, вы так уже посмотреть своими глазами, купите мне топор и посмотрите, и пробуйте, сколько хотите. А писать не надо, что я там обману или что-то делаю. Никакой тут обману нету. Это вполне серьезная работа. Ни один день, ни 10 дней делается. Это приличная работа сделана. Так, чтобы ее вытащить, мне надо будет еще немножко постучать. Почему? Потому что этот металл и этот металл при трении, металл физика, такой закон физики, при трении металл, металл, она нагревается и варится. Поэтому от удара она заварилась. Мы сейчас чуть-чуть постучим. Нет, не выходит. Давай еще по... Да. О. Сейчас посмотрим, ребята. Топор. Вот, обратите внимание на топор. Видите, да? Когда вот верхняя сторона при трении, она приклеилась. Я мне только ее отшлифовать, и все. Вот основное лезвие, посмотрите, пожалуйста, лезвие, ничего нету, абсолютно целое лезвие. Вы не думайте, что что-то я подменил или что-то сделал, это тот же самый топор. Дорогой брат Шамиль, вот металл, который профиль рубил, вырубил, это топор. Видите, да? Почти до конца отрубил. И я ее отшлифую, она и так подточена. И все. Давайте попробуем. Вот здесь сейчас по бокам она, я даже не знаю, цепляться будет, нет. Нормально, нормально. Видно, она была. Нормально. Режет бумага тоже. Я ее сейчас... Ассаламу алейкум. Я ее отшлифую. Его мужик. И все. Лезвие вам трогать не надо. Я вам, сколько бы вы ни рубили, она тупеть не будет. Вам только стоит бережно относиться. За любой вещь нужен уход. За этим топором тоже уход нужен. Разницы нету. Но вам не стоит, как я, испытывать, пробовать или резать кому-то, что-то показывать, доказывать. Я, как мастер, я имею право, полное право испытать. И докажу вот. Доказательство налицо.
Пользуйся, брат, на здоровье. Всех благ. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.